У Веции прошла республиканская народно-патриотичная акция «Мы разом за Беларусь». Яна увасабляя все, чем дорожить каждый жихар нашей страны – мир, одинство и любовь до родимы. Организаторы акции «Федерация профсоюза у Беларуси» подарила городу соправдное свято. Подробности о наступном сюжете. Акция «Мы разом за Беларусь» стартовала у 2015 году. С той поры она наведала больше, как 200 населенных пунктов Украины. Мясцовым жихарам сподобалась святочная атмосфера – а важность головной идеи отзначают на высшем державном уровне. У 2019 году Федерация профсоюзов отримала специальную премию президента Беларуси за эту корыстную инициативу. Главная цель у акции и главная цель у всего профсоюзного движения – это объединить людей. Это солидарность, это единство. А когда мы вместе, мы можем многое, можем работать качественнее, вкладывая частичку своей души в свой край, в свою область, в свою республику в целом. Один из головных моментов свята – узнагороджанне ветковских медиков. Апошние месяцы яны поплеч с коллегами поспяхово супрацьстояли пандемии COVID-19. Мероприемство дало махчимость широ подяковать медицинским работникам. Не только кераўніцтву района, але и глядачам, якія стоячы им аплодировали. Насыченность свята – заслуга артистов. Акция собрала творчие коллективы из усёй краины. Сярод их – ансамбль «Сябры» и его незменный лидер Анатолий Ярмоленко. Для спевака, який починал свой творчий шлях на Гомельщине, выступление у Веции особливое. Когда ты возвращаешься тем местам, где колись первую песню пропел, то, знаете, это всегда вот тут в сердце и с особым трепетом. Мне очень приятно, что пришло много людей послушать наше так, выступление. На самом деле акция сапраўды собрала шмат людей, и ветковчане разумеют, нагода для свята незвычайная. Я всю жизнь живу в городе Ветка, и с каждым годом мой город становится все краше и краше. И мне радостно от того, что я живу в одном из самых красивейших городов нашей страны. В городе, в котором есть своя большая самобытная история. Федерация профсоюзов Беларуси отзначая «Мы разом за Беларусь», показывая уникальность каждого населенного пункта нашей краины. Акция грунтуется на вечных каштовностях, тому заусёды будет актуальной. Миколай Скинсиян, Андрей Иванов, телерадиокомпания «Гомель» Зветки.